И снова. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Подземный ядерный взрыв становится созидателем, строителем искусственного водохранилища. В течение нескольких секунд взрывом было выброшено из недр земли 6 миллионов кубометров грунта. Образовалась огромная воронка, дно будущего озера. Осталось только прорыть канал и наполнить воронку паводковыми водами. И они пришли. В глазах людей рождалось огромное искусственное озеро. Через трое суток в воронке было уже свыше 3 миллионов кубометров воды. А она все прибывала. И вот озеро родилось. Вскоре гидрологи и медики установили, что вода озера совершенно безопасна в радиационном отношении и вполне пригодна для орошения полей. И человеку здесь нечего опасаться. Уровень радиации не превышает естественного фона. Словно никогда тут не было ядерного взрыва, а озеро возникло естественным путем.